Один-два раз. Еще раз о Малевиче. Проект Курской картинной галереи «Это не Малевич» начали еще в 2013 году. Обращение к Малевичу было не случайным. Он связан с Курском. Казимир Северинович прожил в этом городе в общей сложности более 10 лет. Квартировал в домах на улице Москалевской – и Даншинской, ныне Почтовая и Овечкина. Семья переехала из Киева в Курск в 1896 году, когда Малевичу было 18 лет. На тот момент он успел провести некоторое время в рисовальной школе «Мурашка». Как писал Малевич в своих воспоминаниях, Курск, конечно, не Киев, но все же город. В 1899 Малевич женился на дочери курского аптекаря Казимирис Сглейц. Он венчался и крестил детей в Курском римско-католическом приходском костеле. Вместе с другом, местным художником Львом Квачевским, организовал художественный кружок. Работал чертежником в управлении Курско-Московской железной дороги. Трижды уезжал в Москву, пытаясь поступить в училище живописи из отчества, поскольку работа в управлении тяготила его. «Я не понимал, как птица не понимает, зачем ее держат в клетке», – писал художник позже. Казимире не нравилось, что муж много времени уделяет живописи, но он все же уговорил ее переехать в Москву в 1907 году. Правда, уже через два года Малевич развелся с ней и женился на Софье Михайловне Рафалович. Ее отцу принадлежал дом в Немчиновке, где Малевич жил и работал. В Москве Казимир Малевич посещал занятия в частном художественном училище Федора Ивановича Рерберга, участвовал в выставках, организованных сообществом художников «Бубновый валет», «Ослиный хвост». Снова уезжал в провинцию и выставлялся в Курске во второй женской гимназии. Сотрудничал с издательством «Сегодняшний лубок», иллюстрировал книги. Это было время выставок и диспутов, время эпатажа, так красная ложка для Малевича и его окружения вместо гвоздики стала символом нового искусства, ну, одного из его направлений – аллогизма. Это было время исканий, споров, манифестов, деклараций и революций. В 1917 году Малевич уже разрабатывал проект Народной академии искусств, являлся комиссаром по охране памятников старины. В 1920-м создал группу «Унавис», Утвердители нового искусства, в которую вошли Лисицкий, Хидекель, Чашник, Коган. В 1922 году работы Малевича впервые экспонировались за границей в Берлине. Но это уже позже. А пока в ранних работах Казимира Малевича до 1910-х еще не просматривалось ничего особо революционного стилистически они отражали влияние уже выходящего из моды импрессионизма и постимпрессионизма, которые возникли в свою очередь в противовес академическому реалистическому искусству, отчасти как ответ на развитие фотографии и кино. Именно эти техницированные виды искусства теперь отвечали за построение иллюзии, за точную передачу объектов в пространстве за реальность в то время как художник, казалось, должен был сосредоточиться на образе, цвете, чистой живописи. Описывая позже свои искания, Малевич отмечал, что в задачу импрессионизма никогда не входил предметный образ. И художники на рубеже XX века действительно пытались найти новый подход к изображению, где этот самый предметный образ не является главным. Сам объект, предмет больше не являлся целью. Малевич писал. Действительность для меня стала не тем явлением, которое нужно с точностью передать, но явлением чисто живописным. Поэтому все другие качества предмета не играли главной роли и выявлялись постольку, поскольку их контуры не могли быть совершенно переработаны живописным творчеством в живописный вид. То есть зритель еще мог угадать реальные предметы на картине. Но множество новых течений, так называемых измов, пытались уйти от узнавания предмета как можно дальше. Малевич называл это высвобождением живописного элемента из контуров явлений природы и высвобождение живописной психики от предмета, ну, от власти предмета, избавиться от власти предмета вот лишь некоторые течения начала XX века, которые примерял на себя Казимир Малевич. Фавизм. Фавизм отказался от идеи, что искусство должно выражать глубокие философские и интеллектуальные смыслы, поставил во главу угла цвет, а объекты часто упростились до силуэта. Кубизм. Кубизм разбивал форму на части и снова собирал на картине, подобно кривому зеркалу. Кубисты пытались показать на картине движение, время, иногда соединяли живопись и реальные бытовые предметы в такой своеобразный нелогичный коллаж. Свой собственный так называемый аллогизм Малевич создал в 1913. -м. Ну, и ложка как символ, да, Примитивизм предлагал отбросить серьезность академического искусства и творить как дети, ну или как древние народы. Футуризм еще больше уходил в абстракцию, хотя в картинах порой можно было угадать нечеткие силуэты. Футуристы ратовали за полное обновление искусства, поддерживали прогресс, индустриальные ценности, показывали на картинах динамику, скорость. Абстракционизм, наконец, полностью отказался от узнаваемых силуэтов и сложных форм. Картина и рождаемый образ строились за счет энергичного мазка, пятна, линий, цвета. Абстрактный экспрессионизм, ну или экспрессивная абстракция, стремилась выразить чувства и эмоции человека, художника, его внутренние переживания, или являла собой результат погружения в некий транс. По сути, отражение интуитивного, бессознательного. Другой вариант абстракции ⁇ геометрическая абстракция. Здесь художники не собирались показывать в картине ни чувств, ни эмоций. Они не собирались погружаться в сон или транс. Они вполне осознанно настроили некие системы. Основанный на рациональности, функциональности или каких-то идеалистических устремлениях. Именно такую степень упрощений искал Казимир Малевич. Провозглашенный им в 1915 году новый стиль супрематизм от латинского супремус наивысший можно трактовать как первенство цветовой проблемы и наивысшую степень беспредметности. Супрематизм поставил утопическую цель – создать новый мир форм, не связанный с земным, человеческим, легко узнаваемым, а в качестве материала для строительства предполагалось использовать простейшие геометрические фигуры, локальные цвета, некую математическую первооснову. Картина таким образом представляла собой своего рода формулу, формулу красоты, абстрактную гармонию, то есть Другими словами, вполне себе выверенную классическую композиционную схему. Черный квадрат, ну или если точнее черный прямоугольник на белом фоне, созданный в 1915 году, стал символом супрематизма, поскольку представлял собой одну из наиболее возможных степеней упрощения с точки зрения цвета, ну ведь черный и белый не цвет, да, и формы. Ну, перед нами простейшая плоской геометрической фигуры. Кстати, впервые прообраз черного квадрата появился у Малевича в 1913-м как фрагмент оформления занавеса к опере «Победа над солнцем». Ну, нетрудно догадаться, что это был некий трагикомический бурлеск о крушении старого мира и рождении нового. Надо сказать, подобные изображения черного прямоугольника уже встречалось в творчестве других художников. Но в виде шутки. И называлась вроде «Битва негров в темной пещере ночью» и тому подобное. Теперь же «Черный квадрат» предстал как осознанная, яркая, лаконичная иллюстрация теории. Вполне возможно, что Малевич сам не сразу понял, что произошло. А получилось, что в самом начале пути он поставил жирную точку в этой дороге упрощений. Поэтому ему пришлось окрестить черный квадрат нулем и неким началом отсчета, первой буквой будущего алфавита своей супрематической азбуки. Квадрат получил лаконичную поддержку в виде круга и креста, и несколько следующих лет картины Малевича наполнялись всевозможными треугольниками, кругами, трапециями, параллелепипедами, ромбами. Пространство было безграничным, не существовало понятия «верх» и «низ», они определялись, исходя из личного видения художника. Снова большая роль была отдана цвету. Это были яркие, насыщенные, четко разделенные цвета. Завершающей точкой упрощения, э, упрощения цвета э, стал белый квадрат, или белое на белом, 1918 года. Позже в творчестве Малевича вернется предметность, цвет, а плоские геометрические фигуры будут усложнены до объемных, но все еще первичных форм. Куба, цилиндра, сферы. Чтобы не разрушать стройную логику последовательного развития собственного творчества от поисков к наивысшему, супремусу, Малевич часто датировал эти свои поздние работы более ранними годами, отсылая их к досупрематическому периоду. Картин он писал маслом на холстах или планшетах, использовал картон или фанеру в качестве основы. Живописная поверхность была матовая. Картины выглядят светлыми, с контрастными элементами. Почти всегда присутствовал белый, часто черный, как крайние грани тоновой светосильной шкалы. Красный цвет называют камертоном 20 века и для СССР этот цвет был особенно актуален. У Малевича этот базовый цвет обычно предстает в своем максимально ярком качестве. Искусствоведы даже выделяют особый период в творчестве Малевича – красный супрематизм. Два других основных цвета – синий и желтый – часто использованы в виде оттенков, тяготеющих к черному или к белому. Человек различает самое большое количество зеленых, но это уже смесовый цвет соединения базовых синего и желтого. Он встречается у Малевича, но реже. Обычно контрастирует с красным, а вот оранжевого и фиолетового в супрематических картинах практически нет. По сути, оперируя этим набором базовых элементов – Ограниченной палитрой и рядом стандартных геометрических фигур разного размера можно как пазл собрать картину, отвечающую стилистике супрематизма Малевича. Вот только чтобы картина стала по-настоящему картиной, этот пазл стоит собирать, используя вполне устоявшиеся принципы равновесия, рациональной гармонии, что является по сути классическими композиционными правилами, сложившимися со времен Древней Греции, со времен золотого сечения, а может быть еще раньше.